Ирочка, пора. Утюг. Ложечка. Дочка, пойдем. Как настроение, хорошее? Да, будет все лучше. В погоне за эффектными и экстремальными селфи люди часто забывают об опасности. Каждый год в мире погибают десятки людей вблизи опасных объектов. К сожалению, немало трагических случаев происходит и вблизи энергообъекта. На каждой встрече с детьми мы предупреждаем об опасности таких энергоселфи и призываем родителей постоянно напоминать об этом. Родители, будьте бдительны, напоминайте детям правила электробезопасности на улице и дома. Пойдем. Это небезопасно.